Тайный избранник Фриски вышел из тени и сделал заявление. Певица и Петр Никитин были в отношениях вместе 5 лет. О романе влюбленных никто не знал. Однако теперь бывший избранник знаменитости подробно рассказал о своем романе. Никитин и Фриски долгое время работали вместе. Мужчина был танцором в группе певицы. Петр признался, что и мечтать не мог, что закрутит роман с Жанной. По его словам, артистка сама сделала первый шаг. «Когда мы приехали к ней домой, то меня накрыла вся реальность. Я обычный парень и нахожусь с Жанной Фриски», – вспомнил Никитин. Однако этой сказке было суждено разбиться стеклом о камень. Однажды Петр не смог справиться с ревностью, так как Фриски приписывали романы со многими знаменитостями. Избранник поставил певицу перед выбором – или он единственный, или карьера. Жанна не решилась оставить свою работу и согласилась на такой ультиматум. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!